Приветствую, друзья! Сегодня такой необычный формат обзора, точнее распаковка. Я распаковки никогда не снимаю, но в принципе в этом видео распаковка — это смысл, потому как я заказал так называемый Lucky Mystery Box, то есть неизвестные товары. Это когда вы платите определенную сумму и получаете неизвестные товары, то есть продавец может положить туда что угодно, но, конечно же, обещает, что сумма может быть выше, чем вы оплатили. То есть, например, вы, заплатив там $10, можете получить, допустим, смартфон или несколько товаров там на сумму там более там $30. Ну, конечно, все на удачу. Итак, я вам сейчас покажу скриншоты, какие именно заказы я сделал. Значит, вот такой вот красненький Lucky Mystery Box за $6.46, значит, number 8 здесь он назывался. Также был заказан Lucky Mystery Box за $9.67, там обещают от 4 до 7 товаров. И Mystery Box был заказан за $4.78, 3 штуки. Значит, два заказа объединили в один. Вот в этой коробке находятся, значит, первый и второй, который я показывал, потому как они от одного продавца. И отдельный Lucky Box, 3 штуки здесь, от другого продавца. Ну, давайте, наверное, начнем от отдельного продавца, посмотрим, что у нас здесь. Значит, здесь должно быть 3 единицы товара, каждая по 4,78 не обошлась, и посмотрим, что у нас здесь будет. Действительно, видим 3 пакетика, в принципе, они просто заклеены пупырки. Так, и судя по всему, это наушники. Наушники желтого цвета, разряженные. Ну, ребят, выглядят они дешево, очень дешево. Видно, что это какая-то фигня, если честно. Не знаю, что, конечно, по звуку будет. Если интересно, могу потом снять отдельное видео и рассказать, что оно было. Ну, они не заряженные, бокс также не заряжен. Да, в принципе, вот болтается все. Никаких тут наименований, no name, скажем так. Видим здесь микро-USB для подзарядки, также в комплекте есть микро-USB кабель. Ну и наушнички такие вот желтого цвета. В принципе, как бы, если они играют хоть более-менее, то, может быть, даже это и неплохо за 4,78 баксов. Закос под AirPods. Только такие вот более длинные. Ну, такие бананчики. Не знаю, посмотрим, что это такое. Следующий товар. Что-то здесь квадратное. Квадратное и китайское. Собственно, чего я ожидал. Так, что это такое? Пока нет никаких идей. Что-то вроде пульта. Remote control. Да, vibrating remote control. Take a photo, power, то есть это получается, чтобы делать дистанционно фотографии со смартфона. Устанавливайте смартфончик на штатив, и при помощи этого пульта вы можете сделать фотку или запустить видео. Так, в комплекте видим батареечка CR2032 и, собственно, вот такой вот пульт. Ну, тоже выглядит весьма сомнительно. Кстати, батарейка есть, это получается запасная батарейка уже идет. Так, похабненько, конечно, все тоже сделано. Кнопочки, стрелочки, фото и питание. Ну, в общем-то, опять же, нужно проверять, как это все работает со смартфоном, что это должно делать. Ну вот, по идее, это должно делать фото. Да, нарисован смартфон и пультик. Ну, 4,78 за такую фигню, на мой взгляд, не стоит. Так, и третий бокс. Это, по-моему, тоже наушники. Да, еще одни наушники, в этот раз белого цвета. Ну, точно такие же, как вот желтые. Та же самая, нет, другая модель. Здесь видим, кстати, кнопка.
Здесь кнопки нету, то есть модель другая. Ну, кстати, вот они пришли уже какие-то поцарапанные. Коробочка вся поцарапанная. В комплекте кабель. Хотя кабель, кстати, весьма специфический. Похож на кабель от айфона. Так, ну, выглядят они точно так же, как и желтые. Посмотрите, какие они грязные. В общем, ребят, что мне кажется, мусор китайцы шлют. Пока что одно разочарование. За такие деньги, почти 5 баксов, реально какие-то мусорные наушники. Опять же, работают, непонятно. Они никак не горят, они полностью разряжены, то есть нужно заряжать. Но я специально ничего не открывал заранее, чтобы показать вам. Кстати, вот выпала инструкция с прошлого пульта. Инструкция, конечно, эпическая. Микроскопическая бумажка на китайском языке, а что-то есть на английском. How to use. Такое. Будем потом разбираться. В общем, первый продавец, абсолютная фигня. 15 баксов, считайте, потратил. А вторая распаковочка, это у нас Lucky Mystery Box номер 8. И здесь от 4 до 7 товаров, плюс тот товар, который я заказывал отдельно. Давайте посмотрим, что здесь. Может быть, мне повезет. Может быть, я получу смартфон или какие-нибудь классные смарт-часы. Так, ну пока что я вижу только китайский воздух. Китайская пупырка, антистресс. Да. Так, а тут сколько всего интересного. Вот здесь может быть действительно, что вот вижу браслет. Интересно, интересно. Ну, давайте посмотрим, что это за браслет. И он даже работает. Так, это закос, я так понимаю, под Mi Band 3, 4. Это просто часы. Детские часы, видите, вот с таким вот, с такими светодиодами, что они показывают. Секунды показывают, они показывают время и они показывают дату. Больше у них, в принципе, ничего нет. Это обычные часы. Ну и ремешок, да, видим ремешок детский с Микки Маусом. В принципе, ребенку можно, наверное, подарить. Видим, что да, что даже никаких датчиков здесь нет, а обычная заглушка, потому как это не фитнес-браслет, это просто часы с дизайном фитнес-браслета. Так, посмотрим, что у нас дальше. Это у нас медицинская масочка. Очень-очень, конечно, все это напоминает развод. Да, вот такая вот медицинская масочка в новогоднем стиле. Снегурочка какая-то, лошади. Блин, это капец. Ну ладно, идем дальше. Так, это у нас что такое? Даже не могу догадаться, что это. Значит, что-то вставляется в микро-USB. Тут у нас USB. Блин, я не знаю, что это такое. Что это? Что это за странный переходник? Что он делает? Да. Ладно, над этим еще подумаем. Что у нас еще? Просто браслетик. Это браслет на руку. Чисто декоративный. Вот так вот одевается. Ну и что у нас тут? Какой-то Kobe Brown 24. Окей. See you. Что-то там. Короче, вот такой вот браслет, цена которому 20 копеек в базарный день. Так, ну идем дальше. Тут еще много чего осталось. Может, все-таки повезет. Data Cable. Так, ну это у нас кабель. Кабель. Ну, даже здесь я уже вижу, что старье мне подсунули, потому как это микро-USB. Да? Во время, когда уже везде Type-C, здесь мы видим микро-USB. Короче, полная бредятина. Выводы уже, конечно, делайте сами, но я уже вижу, что это полный бред. Автомобильная зарядная, все грязное, пыльное, хрен знает с какими характеристиками. Однозначно сразу отправится на помойку. В свой автомобиль я такое вставлять не буду.
Я-то даже не понимаю, что это. Это тоже USB кабель, причем это какой-то для айфона, что ли. Что-то здесь липкое. Фу, посмотрите, какая гадость. Что-то липкое. Вот так вот оно что-то разматывается. Здесь есть колпачок, то есть это для того, чтобы вставлять в компьютер. А этой стороной мы должны вставлять телефон. Я не понимаю, почему оно... Ага, здесь вот есть микро USB и переходник вот так вот вставляется. Это если нужно для айфона. Ну фу, реально. Липкие руки, гадость какая-то. И последняя у нас... О, фигурка. Фигурка игрушки. Я хрен его знает, что это. Друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Я просто, мягко говоря, в ауте. То есть я за вот это вот все барахло, что вы только что увидели, я заплатил порядка $30. То есть $15 за первых три, потом около десятки второй. И да, больше $30 за это говно я заплатил. В принципе, ну как бы мне не жалко, я так и догадывался, что будет вот такой вот подобный мусор. Конечно, было интересно посмотреть, что это. Ну, это больше в целях таких познавательных и поучительных, да, чтобы показать своим зрителям, что не стоит вестись на такие вот интересные, в кавычках, акции, распродажи. То есть это очень сильно было, ну как бы... рекламировалась на Черную Пятницу, в принципе, когда я покупал. Да и сейчас очень много лотов. Я для примера вам оставлю несколько ссылок. Да блин, если зайти по любой ссылке, там обещают вам прям, ой, офигеть, какие внутри могут быть классные ништяки. То есть там рисуют цифровые фотоаппараты, там какие-то бумбоксы, планшеты, смартфоны, наушники. Ну а по итогу вы видите, что получаете вот такую вот помойку. И главное, что никаких претензий продавцу вы уже предъявить не сможете, потому что это все лаки, то есть на удачу. И как бы там в описании указано, что вам может прийти что угодно. Никаких претензий вы потом предъявить не сможете. Ну, собственно, на это все. На этом все. Если как бы было вам интересно, познавательно видео, то ставьте свои лайки, никогда не ведитесь на халяву, никогда не ведитесь на такие вот предложения. Ну, точнее, это даже не халява, блин. Халява это если бы бесплатно, а так это за деньги, но просто развод. Кстати, фигурка из всех этих прибамбасов, на мой взгляд, самая прикольная. Да лучше бы они таких фигурок мне еще несколько положили. Вот, ну и если знаете, что это такое, для чего это, вижу, что здесь есть... для веревочки, то есть это по идее надо носить где-то с собой, какой-то переходник. Блин, ну я не знаю, что это. Пишите в комментариях. Попробую еще наушники, может быть, они играют довольно неплохо. Как раз малому надо наушники, может хоть одни какие-то ему подойдут. Масочку, кстати, может буду носить, не знаю. Новый год-то уже скоро закончится. А весной и летом с такой уже не походишь. Ну, в общем, с вами был Злой. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.